Украина импортировала газа на 2 миллиарда долларов. Основными контрагентами по итогам 9 месяцев стали компании из Швейцарии, Германии и Польши. За 9 месяцев этого года Украина импортировала 7,852 миллиарда кубометра газа на 2,275 миллиарда долларов. В ТЧ, в сентябре, 1,70 миллиарда куб, М на 342,551 миллионов долларов. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики в понедельник, 19 ноября. Основными контрагентами по итогам 9 месяцев стали компании из Швейцарии, 2,961 миллиарда куб, М газа на 852,33 млн, Германии, 2,737 миллиарда куб, М на 791,352 млн, Польши, 556,215 миллионов куб, М на 162,991 млн, и Великобритании, 477,236 миллионов куб, М на 135,995 млн. Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществляется. В Кабмине оценили дефицит газа в Украине. Напомним, средняя цена импортного природного газа в октябре 2018 года составила 9059,13 гривен, 323,44 доллара за 1000 кубометров. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.